Пангея – старый мир, где нашли приют многие народы. Сопряженный дом четырех ло, осененных властью владычицы, подревшей миру свое имя. Пангея рассечена на три части, именуемые царствами. Царство живых, Дивиническое царство и Демоническое царство. Три царства находятся в симбиозе и не могут существовать друг без друга, ибо каждому из царств дарована своя ло, или, как говорят мудрецы Гилакариса, природа. Однако вне царств Пангеи существует иное измерение, названное Дарлон. Порой Дарлон сопрягается с Пангеей, подобно сопряжению самих царств, и тогда пробуждаются разломы. Никто не знает, чего жаждут жители Дарлона, однако они неустанно стремятся прорваться в царство, выпуская чудовищные порождения своей техномагии. Силы Пангеи объединились, дабы отразить вторжение. В те времена самой могущественной силой на континенте был Орден. Могучие рыцари Ордена, великолепно обученные бойцы и боевые маги, не подчинявшиеся ни одной из держав континента, были наделены невиданной и беспрецедентной властью. Их могучие твердыни поныне стоят безмолвными напоминаниями о былом величии Ордена. История падения этой организации темна и загадочна. Ее мощь росла, покуда не начались некие внутренние разногласия среди магистров, управлявших Орденом. Природа этих разногласий осталась тайной, а сам Орден исчез, оставив по себе лишь затерянные руины некогда могучих крепостей. Однако рано или поздно все тайное выходит наружу.